Всем добрый день еще раз. Вот нас Алексей только недавно приехал на суточки, расположился. Не пошел туда, где много народу, так скажем, на дальний кордон. А вот здесь вот в новой промоине, которую мы размываем. И вот я наблюдаю, у него уже была до этого поклевка, но сошла рыба. И вот есть реализованные. Ребята, обратите внимание, осторожно, Алексей. Да ниже пускай, я очкуюсь. Ой, слава богу, простите за выражение. Вырвалось, не смог себя контролировать. Все, кладем, да, чтобы не убежало. И один скот был, только что на маляка. Я наблюдал. Леш, теперь несколько слов, пока я свои эмоции тоже, как и ты, маленько переборол. На что был поймет, я уже вот потерял. На резину, на бобрину эту. А, да, бобриный хвост, я сначала не разглядел. Да. Ну вот у нас сейчас я перешагну. Леш, тебе спасибо большое за комментарий. Друзья, еще раз приношу извинения, вырвалось у меня неприличное слово. У нас Володя только недавно тоже приехал. Володь, добрый день. Да, добрый. Ты прогулялся туда, на дальний кордон сходил, да? И смотрю, пришел тоже с добычей. Да, вертушка. Вот которую мы с тобой с утра, да. Не с утра, а когда да. Ты приехал, смотрели вертушечка. Да. А она у тебя сейчас одета? Можем? Да, сейчас это вытащу. Покажем ребятам. Ручейно. Сейчас нам покажет. Вот так вот он. Вертушечка. И насаживаешь, как называется тушь? Там мех. Мех, да. Все, спасибо большое. Не могу удержаться. Так и хочется мне еще раз посмотреть. Леш, ну большая, да? Да, большая. Я думаю, в пределах двушки, наверное, да? Точно. Отлично. Не смог я даже контролировать свои эмоции. Еще раз извините, господа. Все, будем наблюдать.